мы будем проводить с вами во вторник, потому что в субботу мы работаем по среде, которая была присоединена к прошлым праздникам. Считал, что это было сделано, естественно, по просьбам трудящихся, потому сама среда считалась, помните, воскресеньем. Поскольку воскресенье, вы помните, мы работали за 8 марта прошлого года. Ну, когда все праздники, помните, были совмещены, считались Новым годом и праздновались по 23 февраля включительно. Вот. А, тогда еще помните, один наш товарищ отравился в нашей столовой, которая первая в стране перешла на безотходное производство. Вот. Ну, помните, да? Но нас это не касается, товарищи. Мы будем с вами разгребать на субботнике снег, который пойдет по накладным и будет считаться как опавшая листва. Ну, поскольку эти накладные остались у нас от неотработанного субботника 62-го года. Помните, когда его вдруг заменили на встречу высокого гостя из Индии? Он еще оказался высоким гостем из Гренландии. Вот. Да, но ничего страшного не произошло. Мы все равно стали не на той улице, по которой он ехал. Вот. И не в тот день, когда надо было. Да. Да, и встречали его с флагами ГДР, вот, которые у нас остались от встречи высокого гостя из Японии еще, вот, который тоже оказался не таким высоким, вот, по пояс где-то, вот, если подпрыгнет. Но нас это не касается, товарищи. На субботнике завтра нас будет 1200 человек. Но минус начальство, общественные активисты, дружина, самодеятельность, доноры, женщины, считающие себя беременными. Словом, в субботнике нас будет, товарищи, 7 человек участвует. Как и в прошлом субботнике, помните, после которого мы еще праздновали безалкогольную свадьбу? Ну, так, которая считалась безалкогольной, потому что на столе не стояло ни одной бутылки водки. Вот, а все перепились пивом, помните, да? Ну, которая считается безалкогольным напитком, поэтому все запивали им самогон. Который, помните, был налит еще в супнице? Разливался по тарелкам половником, вот, да. А, и назывался куриным бульоном, помните, да? Который не пил только один человек, он пил настоящий куриный бульон. Поэтому дурачок единственный, кто отравился. Но нас это тем более не касается. Приказ о проведении субботника пришел сверху, но мы будем считать, что проводим его по нашей инициативе снизу. Как принято считать в случае очередного подорожания продуктов, естественно, по просьбам трудящихся. Thank you.